Итак, мы возвращаемся в студию с экстренным выпуском новостей. Вопиющая трагедия в США, штате Калифорния. Вследствие аварии произошла утечка нового опасного штампа вируса Эбола. По словам одного из бывших сотрудников, к этому причастна Всемирная фармацевтическая корпорация «Панику». В целях безопасности мы не можем разглашать личные данные. Вирус распространяется с огромной скоростью и уже обнаружен в других странах. Болезнь проявляет себя высокой температурой, тошнотой, кровотечением, кожным воспалением и затрудненным дыханием. Инцидент вспышки вируса также был зафиксирован в международном аэропорту Жуковский. Врачи настаивают на повышенных мерах предосторожности. Если вы обнаружили странные симптомы у себя или у своих близких, сообщайте об этом по единому номеру экстренной помощи 001. Обязательно оставляйте свои данные. Просим вас сохранять спокойствие. Рекомендуем запастись всем необходимым и оставаться дома. Будем следить за развитием ситуации и своевременно вас информировать. С вами была ведущая новостей канала ЦРТ Татьяна Васильева. Благодарим за внимание. До свидания. Что за пиздец? Сегодня вроде не 1 апреля. Последние 3 года творится полное дерьмо. Иногда мне кажется, что я сплю. Нужно позвонить маме. Да, мне не помешало бы сделать здесь генеральную уборку. Алло. Алло. Блин, мама, бери же трубку. Придется самой ехать в село Поповка. Мне нужно одеться и найти ключи от машины. Вообще вовремя. Прям как в фильме. Повредила ногу об стекло. Нужно срочно перевязать рану. В этом доме наверняка есть бинт.
Да, конечно, одежда немного не по размеру и какая-то детская. Но главное, что я обработала и перевязала свою рану. Обходите ее сзади!